приветствовать в этом зале вас, самых неугомонных, самых творческих, самых талантливых ребят, которые постоянно радуют нам своими прекрасными выступлениями на районном конкурсе вокально-хорового творчества «Песенный звездопад». Уважаемые руководители каждого коллектива, который вы сегодня привезли сюда на конкурс. Уважаемые дети, вы действительно заслужили хорошую награду, похвалу от своих руководителей, и чтобы вы на всю жизнь запомнили, что этот год очень важный для нашей страны. Занимайтесь музыкой, танцами, то есть развитие для вас в нашей стране каждому при желании есть. И, конечно, прекрасные ваши руководители. Я желаю вам всем здоровья. Я желаю, чтобы вы не сегодня не один раз выступили. И тут праздничные дни, мы готовимся, везде мы будем выступать в разных коллективах, чтобы вы присутствовали, чтобы вы выступали. Иначе все будут благодарны вам, взрослые, за то, что вы чтите, помнить будете во все время, и что вы такие талантливые. Сегодня мы с удовольствием послушаем все ваши песни, которые вы подготовили на этот замечательный конкурс. И, конечно, жюри будет оценивать вас. Но я думаю, что сюда пришли самые-самые лучшие звездочки. Я хочу пожелать вам самого главного – прекрасного выступления. Спасибо большое руководителям и родителям за то, что вы откликнулись для участия в конкурсе «70 песен о войне». Успехов вам! Будьте смелыми, радостными и покажите все свое мастерство.
нравится.